Друзья, всем привет! И как обещал, я снимаю видео на такую вот редкую монету, на такой редкий год монеты 15 копеек 42 года, как и обещал вам. Очень хороший образец. По цифрам у нумизматов, которые проверяют мои монеты, сомнений никаких она не вызвала, их у меня несколько штук. Данный экземпляр монетки стоит 2-2500 гривен. Данных монет я продал уже несколько штук. Были хорошо чищенные монеты, копанные монеты, какие-то из коллекций. Вот, все монеты я их не трогаю, видите, грязь на монетах. То есть я занимаюсь только их продажей и покупкой езжу по селам. Есть знакомые, которые дают объявления о покупке данных редких экземпляров. Вот видите, да, что год четко, никаких перерезов нету. Когда выставляешь на форум, там псевдо у нас такие умные нумизматы, когда они не видят очень часто монет и не держали их в руках, и всегда пишут, что это фальшивые монеты. Ну и вот возьмите для примера, выставьте оригинал и сразу услышите негатив, потому что очень много завистников. Они не могут купить по нормальной цене данные экземпляры редкие. И, соответственно, у них все эти монеты фальшивые. Они так считают. Но у меня мнение абсолютно другое. Мои монеты, повторюсь, все проверяют нумизматы, просвечивают их в городе Харькове через экспертов. Поэтому это все подлинники. Поэтому вы их можете приобрести спокойно, только при встрече. Никаких наложенных платежей, никаких пересылок, обменов. Вот такая вот 15 копеек 42 года. Сейчас я еще сниму видео 15 копеек 70-го, 5 копеек 27-го года и многие интересные редкие монеты. Так что вот так вот, друзья. До новых встреч!